Сесхира настоящий красавчик, высотой аж 5 футов и 7 дюймов. Это сколько сантиметров? Причем готова и выпечкой, и уборкой. Если это все еще не убедило вас в его идеальности, зацените его улыбку, легкий характер. Умный, охренеть, да правда. У него трассе КПС, блин. А теперь пришло время снова представить вам гость программы. Она излучает красоту, источает изящество. У нее воистину самое прекрасное личико. Да, вы знаете, о ком я. Она воплощение всего восхитительного и чудесного. Вот-вот вступит на эту сцену. Единственная и неповторимая, потрясающая. Не заебали уже. Як це озвучивать? Женщина. Мені здається, я озвучила ідеально. Да. О, май. Я тримаю сміх спеціально для цього. Прекрасний вихід. Да. Это я. Здравствуйте, мои безмозглые преданные фанаты. Нет, это нет. Чел. Безмозглые. Давайте батл, кто краще душечку озвучить, я буду оценивать. Ви як куриця, якийсь, блін, кукарікаєте. Душечка, ми зібрали трьох лучших женихов сьогодні на цій сцені. Украдет ли один із них ваше серце сьогодні? Давайте начнем с вопроса. Больше всего в своем партнере душечка стоит полная и без... Безропотная. Безропотная. Подчинение. Согласны ли вы, президент первый, поклясться в верности душечки до конца своей жизни? Президент номер один, кто лучше ответ? Бог любит. Конечно, не знаю, наверное. Играет. Купите ей негра. Как вас оцените ответ, душечка? Хуйня. Одним словом, так багато дуло. Давай по тексту. Что? Я так розумію, вона не може говорити зараз. Слишком низкий. Проводите его нахуй. Подземелье. Ой, ё. Эй, что вы сказали? Подземелье. О, не. Бедный ростокрот. Куда? Помогите! Теперь уже президент номер два. Вопрос все тот же. Нет верного или неверного ответа. Просто отвечайте точно. Президент два. Поклоняйтесь ли вы в верности душечки для того, что своих дней. Но, конечно, если мне потом не отравят подземелье. Боже. Боже мой, он... Само его существование меня оскорбляет. Уведите его, парни. Парни. Бідний чел. Ой. Блять, забався. Він намагався зробити краще. Я сам нахер походу, що хоч тільки ви. І в нас вже вопрос. Це ж ніякого давлення. Варто ли ви щиро поклясти вірити душечки до кінця своєї життя? Ні, як-то не дуже заманчиво. Чого ви мені це робите? Ты красавчик, поэтому я тебя прощаю. Ого! Он абсолютно безупречен! Не может быть!
неужели душечка влюблена? Какой вообще поворот? Должно быть, это судьба. Они познали друг друга. Погодите, но я рассказал. Это не Майк, боже, я думала, это Майк. Говорит, давай. Как тебя там зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Хиро Мэм. Хуем. Хиро! Мой герой! Нам следует немедленно пройти в мои покои. О боже. Стража, я нашла избранника. Хиро, вылезвите. Проводите его. Беды Хиро. Они... Хиро попал. Ну все. Чуваки, треба что-то сделать. Я попал. Делайте что-нибудь. Ребятам весело. Ого, Хиро женится на душечке. Этого я точно не ожидал. Хел, что ты несешь? Нужно его спасти. А чего ты от меня хочешь? Я не хочу в подземелье попасть. Ух, Хел, какой же ты бестолковый. Дякую. Хиро, ты должен отвергнуть душечку. Ну а, ну же, Хиро, твоя принцесса ждет. Я не думаю, что она меня послушает. Давай уже. Хорошо. Душечка, иди в жопу. Прошу прощения. Ой, ладно. Ах да, мой милый Хиро, как же меня будоражит звук твоего голоса. Скажи мое имя еще раз. О боже, у меня, боже. Это я Крастеша Требачил. Я Хорни. Ага. Ого, как мило с вашей стороны, в смысле... И почему мне приходится это делать? Прошу прощения, девушечка, но я... Мне заинтересовано. Ах, что ты имеешь в виду, мой принц? Я... это все очень лестно, но, понимаете, мы встретились, ну, только что, и... Ну, я вынужден уменить ваше... предложение. Мне похуй. Ах, чепуха! Ой, не глупее, Хиро, никогда не слышала ничего глупее. Это правда? Простите, душечка, но я не хочу на вас жениться. Я не хочу трахаться, так бы и сказала. Ой, ну... Ой, трехточие, трехточие. Точка, 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 точка. Скобочка закрывается, скобочка закрывается. Это абсурд. Нет! Это кощунство. Чё это за слово? Слово. Я не помню. Википедия, скажи видповедь. Кощунство. До видать. Сейчас его прям на сцене изнасилуют. Ты смеешь отвергать душечку? Все любят душечку, слышишь? Все. Зачем ты меня насилуешь? Отведите его в подземелье. Dungeon Master. Эй, прекратите сейчас же. Вы не можете забрать Хиро, он наш. Он мой. Боже, чил. А это что такое? Что среди зрителей делает не фанат душечки? А, понятно. Ты должен быть фанатка Хиро? Какая наглость! Сначала ты заставляешь меня посмешиваться. А теперь перебиваешь меня на моем собственном шоу? Ладно. Теперь ты охуела, штука. Я не закон! Окей. Даже убедите их. О, боже мой! Ну и что же ты доделал, Обри?
Я только что сралась сама с собой. Ну, бывает. Бывает таки. Вот, блин. Охуенно. Теперь мы все застряли в подземелье. Прости, ребята, это из-за меня. Нет, Хиро, неправда. Никто не смог бы такое предугадать. Глупцы! Не узнаете меня? Это я! Розыск! Она подружки номер один во всем мире! Говорила, что вы поплатите за то, что перешли мне на дорогу. Вот черт, она забыла. Она бэбфу, блин, я забыла слово. Дурили. Я должен был догадаться, что это ты здесь. Я ты позже разбулился. О, класс. Шипівна ма. Як я люблю головоломки, коли ніхто не розмовляє, і я можу дозволити собі з бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Де прохід? Боже, як він вас не запалив, я не розумію. Боже. Костянтин за черепашка. Ой. У него походит... Блин, бедный чел, ему приклеили эту фигню. Марша его звать? Как? Бедняга. Марша. Давай ты просто залишим его жить, не треба его вбивать. Я не могу сбежать. Ау. Либо он, либо мы, ребят. Ладно. Бачиш эту ауру навколо него, синя? Це він сумний. Це это ты, блядь. Можно я его съем? Зажали, да? Трещ. Не зажали. Классно, ребята. Не зажали тебе. Тут прохід є взагалі. Ні, нема. Ладно. Давай, давай, газуй, Блін. Открыто. Марінка, натисни на кнопочку, пожалуйста. Я вже все сказала. Ой. Ура, боже, ура. А теперь давайте отдохнуть на пикнике. Вам сразу лучше обещаю. Боже, я подумала, что это вот рядом с иконкой, да, такой типа стена черная, квадратная. Я подумала, что это мне что-то не прогрузило. Огурочки. Но мне не нравятся соленые огурцы. А я их обожнюю, брехло. О, да, огурчики хотите? Мы заставим килограмм. Огурчики? Опа, це кто? Меня отправили в подземелье за контрабанду. На старых привычек тяжело избавить. Тем не менее, шеф, у меня на продажу имеется только отборных товаров. Интересует? Поехали. Ура, сейчас будем покупать марихуану. Нема марихуану. Є тофу, це краще. Суп с лапшой. Бульон с лапшой. Лапша с бульоном. Блин. Лапша с лапшой. Ра... Рамен? А рамен я не помню точно, сейчас, подожди. Рамен, это, по-моему, тоже макароны. Ну, лапша. Тобто сейчас. С туалетом мы достаем макароны. Блять, рамен. Мабуть, хтось в туалеті намагався приготувати рамен. Швидко прочувати. А почему горит свет? У меня, я вроде выключала свет, когда уходила. А? Странно. Та горит свет в квартире, а я выключала его. Це паранормальна активність у тебе в хаті, як завжди. У меня есть паранормального только взрывы за окном. О, блін. Не то, это не паранормально, а нормально вообще. Хочу крабовый салатик. Я хочу до доктора. Я иду кушать крабовый салатик. Ну что ты там? Пусть обращается ко мне нормально или идет нахуй. Какой нафиг, что ты там? Надо писать «Добрый день, госпожа, как вы?»
Они, ну что ты там? Ну что ты там, госпожа? Пошел нахрен, холоп, блин, я в шоке. Ух ты, чё это, какие чуваки? А нет, что же нам делать? Никто не может покинуть подземелье. Ага, сейчас. А нет, что же нам делать? Никто не может покинуть подземелье. А это... Вот вообще не видно. Мастера мастеров. Вообще просто, ну вообще просто. Я не бачу ваши оцы. Вот. А море? Какие о море? Вы шо? Чё, я хочу потом дать все. Маме, все расскажу весь на канале, этот кринж. Це не кринж, це називається развлекательный контент. Чё? Чё? Куда? Так, хорошо, допустим. Чел стал эндерменом. Теперь люди на ютубе будут знать, что я ем крабовый салатик, да? Куда це? ВД? Нет, подожди. Кнопочка! Wake up! Дожирай свой крабовый салатик, для тебя тут работа е. А, ой, блин. Глядите, ребят. Мы наконец-то выбрали. Юху, свобода! Ладно. Уходим отсюда. Надеюсь, я никогда больше не увижу Ростокрота в своей жизни. Ну. Ебать. Обалдеть. А я заключённый! Вы и правда думаете, что можете так просто сбежать? Вы что-то отправляетесь обратно в подземелье. Чёрт, мы были так близки. Ай-яй, ещё нам теперь рубить, блин. Думай, Хиро, думай. Ну уже как нам выбраться отсюда? Мегамозг. О, точно! Бля, ты гений. Да-да, не спешите судить. Боже, что ли? Теперь мы ростокротики. Мы несомненно ростокроты, да? Ну что, и правда, ах да, точно. А еще я обожаю тофу и душечку. Вкусная душечка. В смысле тофу? Прошло так гладко, Хиро. Блять, не дадут доживать салат. Масками ростокротов мы выберемся оттуда в два счета. Можно... Нам правда надо носить это, Хиро. Мне... Блин, да ты чёрт! Я зазнала Зет. Ай-яй-яй, Зет погана буква. Не думайте, что это как-то иронично, то, что я отключиваю всех подданных душечек, которые ей восхищаются, а душечка это Дарина. Держу в курсе, я доела салат. Ты такие, ладно. Нет! Эй, вы четверо! Теперь вы с ушефы. Идите на кухню медленно. Чё, блин? Надо было, наверное, не сюда идти, подожди. Звали. Ну и все, нема проблем, нехай там сами разбираются, чего надо вообще. Мы тут мегапобег робим, все. Блять, ну все с тобой понятно. Я люблю тримать интригу. Флекс, флекс! Убриди сюда! Да, есть. Кобри! Это довольно странное имя Ростокрота. С другой стороны, у душечки в последнее время заканчиваются имя для новых Ростокротов. Постой, Кел. Это разве не статуя КПТ Космопарня? Капитана. Капитана Космопарня. Мне будет очень жалко ее разбивать. Он об этом даже и не узнает. Капитан Космопарень и душечка уже в прошлом. Как я всегда говорю, живи и давай жить другим. Блин, а я реально так скажу, чё? Ещё не сможешь быть мои слёзы. И кранула вода, водытка. Шайкер-махер, пошёл. Ты такое никогда не говоришь. Я постоянно кажу це собі, а вы просто не чули. Такое никогда не говоришь. Ну ладно, думаю, я могу попробовать. Нет, я представляю, что это статуя моего корейца, и мне грустно. Слухай, він і справді на корейця схожий, якщо так подумати. Так. О. Ё-моё.
Блин, а вот если бы Хиро не был таким идиотом, там могла бы его статуя стоять. Вот именно. Не, ну чел, он аж сказал о полном подчинении, цены для Хиро. Він незалежний, він українець. Руку целуй. Диви, цей космопарень, що за фотка? Що з фоткою? Ай-яй-яй, боже. Картина капітана космопарня. Всьому посмотрите, хто висок. Картина моєго банана. Заворачиваю огромную розову кровать. Идите поспать здесь. Да, хочу. Ви з друзями розповідаєте. Я от уявляю просто, вони сплять тупо на кроваті, і заходить душечка, і що? Ну, і насилують їх всіх. Точно не у морі і обрі. А чому Кел? Бідний. Тому що він альфач. Аліна, я... Піздець. Ну шо, пацани, аніме? Аніме рішало, в смысле? Це типу битва. Бидова чела. Не могу проиграть, я люблю своєму сину. У нього є син. Блін, мені тепер грустно. Та ладно, тут всі помирають, яка різниця? Ні-н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 і-
Нет, не хочу этот развод, я уже все на это играла. Душечка, она... Вона вас обмане на гроші. І на душу. І на щастя, і на любов, і на все. Боже, тільки не він. Ні, що він тут забув? Бідний Плутон. Що? Та він просто нові станції відкриває. А, ладно. Станція у замку Душечки? Це якось дивно, блін. А ми раз так круто починаємо засипати, коли слышим музику. Віка! Так что, как видите, хор усыпляет сам себя. Эх, я боюсь, что нам придется положиться на альтернативные методы. Я пропустил. Даша! А. Привет! А. Что происходит? Даша! Чё? Даша пришла, да ну нафиг! А, Даша? Да, ой, вообще, блин, я сейчас поняла, я да, Даша! Даша! Я точно! Чё, блин? Знаю, о чём говорить. Да, я точно знаю. Ты знаешь? Слава богу, мы спасены. Я должен был этого ожидать от профессионалов. Я займусь этим, сэр. Можете положиться на меня, да? Я не знаю. Попы. Ну, типа... Там, если он поет, то как бы имя должно быть как-то, ну, неправильным, ты видишь? Именно! Можно сделать. Да. Доброе, я буду разбавлять. Почему до Римки не слышно? Вы на просто задайте есть к салатике. Я уже съела салатик. Я поняла. Як? Как вообще? Как можно пахнуть океаном, у меня питание. Чего, блин? Аргуз. Слухай, ну навіть я цього не знала. Пачка джема, пачка джема, це не життя джема, чого я радуюсь. Тум-тум-тум, уможла мені. Кіл. А, містер Віртуоз, сэр, я готов. Благодарю, Кіл, не устрою. Ага. Ну, у вас долго. Мужика озвучує баба, прикинь. У меня... Шея болит. Там тут все бабы, тут уже без разницы. Короче, кидай помидоры в тех, кто спит. А, да? Да. А Базил-то кто? Базил – это Микин. Я там в ТикТоке скидывала, здається. Это той беловолосый чел, у которого депрессия, и он вбив сестру. Ёбаеё, блин. Кел офігезний, вообще альфач. Так, стоп, а як вони маски зняли і сидять їм нормально?
Касаки. Ли. Мари. Этиудори. Мари. 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 Я тебе скину, блин. Видосы, да все чуваки кажут, что это Мари, а не Мари. Короче, ма. Мама. Блин. Нет. Девку разозлили. Вам как не стыдно? Настя, а зачем, кстати, ты в таком особняке? Ты их обворовываешь? Я так не знаю. Да. У меня тут, по идее, Дарина такая сильная сила уже. Тут очень много ростокротов, это уж точно. Все они определенно обожают душечку. Я попыталась дать еду одной из них, но она назвала меня хлопом и швырнула этой едой в меня. Ростокроты — своеобразные существа, не правда ли? Это тебе так подходит, если честно? На самом деле, поскольку Дарин здесь нет, то Обри свободна. Обри is free! Обри is free! Freedom! А, про базилика взагалі, базилик нафиг іде, його тут немає. Він потерявся. Ладно. Лично раб. Теперь возьмите соль и сыр. Дайте достание супа. Да, на ума. Соль, сыр, типа масло и сахар. Так сіте, у нас духовка не розігріта нормально, воно ж все потече. 75 градусів це занадто мало. Ну я не знаю, він мені так сказав. Та він дебіл. Щось мені кажеться, що ми зараз щось зробимо не то. Говно. Чел сдох. Класс. Он улетел. Маль сдохла от торта. Нет. О нет, что же нам делать? Может быть, смешаем наконец-то сахар и масло? Дальше сахар и масло. Масло и сахар. Дальше. Сейчас я на впакице прочитаю. Дальше сахар и масло. Ол сам ирахас эшлад. О, я вижу, вам совсем делать нечего.